Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе телефон от компании Fly. Модель у нас вот такая, 4516 Octa. И даже не то, что хочу его разобрать, а вообще вопрос такой, может, кто знает, где у нас на него есть дисплеи, кто продает, потому что я не нашел. Телефон это мой, мне его отдали, просто сказали, что ну, нам не нужен. Начинаем разбирать. Для начала нам нужно достать сим-лоток. Он у нас находится на боковой стороне. Сим-карта у нас одна. Телефон уже подвержен разбору был, но не сильно, так как его просто пытались открыть. Далее снимаем заднюю крышку. Она у нас была приклеена, как мы видим вот здесь. Она, судя по всему, тонкое стекло. Так что аккуратно. Так, далее, что мы видим далее? Видим шлейф аккумулятора, шлейф боковых клавиш, и больше мы ничего пока не видим здесь такого. Разбирать будем полностью, потому что, я думаю, надо будет его все-таки перебрать. Для начала откручиваем аккумулятор, в первую очередь. И отстегиваем его от платы. Все, питания у нас на плате больше нету. Можем не бояться разбирать. Выкручиваем болты. На материнской плате. Болтов тут немного, но они есть. Так, у нас что-то снялось. Болтик убежал. Болтик на место. Снялся щиток со шлейфа дисплея. Отклеиваем термоскотч и отстегиваем шлейф боковых клавиш. Далее шлейф дисплея. Вот так вот у нас выглядит. И дальше разбираем. Запоминаем, где какие болты были, так как они разные. И черный болт у нас вот в этой части. Походу дела, отвертка размагнитилась. Вытаскиваем болт, который не вытаскивается. Ладно, снимаем с пластика вместе. Убираем пластиковую часть. Вот такая у нас черная плата. Неплохого качества. Отстегиваем фронтальную камеру. Фронтальную камеру отстегиваем. Но она не извлекается. Так что оставляем на месте, чтобы ее не повредить. Берем наш инструмент. И потихоньку поддеваем плату. Смотрим, с какой части она будет выходить. Так, что видим? Видим, тут у нас антенна еще есть. Отстегиваем его. И он у нас проходит вот здесь под щитком. Так, отстегнули, теперь плата у нас свободно выходит отсюда. Плату мы изымаем, плата у нас хорошего качества, как я и говорил. Выполнил достаточно неплохо. Далее. Камеры у нас остались в корпусе, но это не страшно. Также у нас имеется шлейф нижней платы здесь. И сам шлейф дисплея, так что можно было, в принципе, плату и не снимать. Вот такие вот пироги. Опять же, кто знает, где купить на него дисплей, прошу в комментарии. Телефон достаточно тонкий. И внешний вид у него такой прикольный. Я бы его себе сделал. Ну, спасибо за просмотр. Пока-пока. Не забываем подписаться на канал.